Эта история началась еще в 60-х. С тех пор в глубинке под Казанью, кажется, ничего не изменилось. Прошло более полувека, а деревня стоит, речка течет, и наш герой по-прежнему болеет за казанский рубин. Старается. Она, наверное, как вот природа, что ли, или природная. Откуда я сам не спортсмен, родился здесь, учился по 8 класс здесь. Ну, мы, конечно, в детстве и играли тут, это и в хоккей, лед, речка замерзла, и на лед, и это, там тальник растет, клюшек-то не было, ну, это, конечно, настоящий. Это каблук какой-нибудь от ботинка, и гоняли. Летом в футбол играли. У меня к вам предложение. Продолжить через небольшую паузу. Нам нужно с вами выйти ненадолго на улицу. Буквально на мгновение. Ради бога. Командуйте, ребята. Лер. Здравствуйте. Здрасте. А вы? Я Иван Коновалов. У нас вот проект «Дари мечту». У Ивана я не узнал. Ваша внучка написала вот нам в клуб. Мы вот спасибо, Ванюш. Спасибо, Ванюш. Да. Да, я тебя обнимал. Как в команде атмосфера, честно? Атмосфера хорошая у нас, все позитивно, да. Все. Проходи там, там с ними, вон даже выше туда. А вы можете оставаться. Впечатление самое лучшее, Александр Иванович очень позитивный человек. И еще рассказывал и про деревню здесь, и как было тут раньше, потом в перестроечное время. То есть рассказывал все, как у него на участке, там. Такие моменты житейские, обычные. И о футболе, конечно же. Разговаривали о рубине, о футболе. О, я понял. Я понял. Ну-ка, кто там? Здесь? Коновал? Нет, это вам. Ну, с опять родственник. Конечно, это бесспорно, если человек смотрит каждую игру на протяжении... Александр Иванович, если я не ошибаюсь, больше 50 лет болеет за рубин. То есть это... Такое, мне кажется, потом это передается от отца к сыну и так далее идет уже. То есть вертикаль такая семейная, скажем так. И поэтому за таких людей выходишь и бьешься на поле, чтобы им дарить позитивные эмоции. Вот самовар. Я его до сих пор. Это после баньки, да, такой. Я же знаю то, что этот проект был еще до этого момента, грубо говоря. Перед днем рождения, думаю, так как юбилей, надо написать. Он меня как раз-таки привел на футбол посмотреть. В 13-м году, по-моему, это было. И все, после этого я начала с ним сначала ходить, а теперь хожу одна, а он смотрит тут по телевизору. Давай. О, видишь, по флангу подключение вожу. У меня эмоций уже не осталось. Испытывать сейчас я ничего. Нет, я очень, ну как сказать, приятно, что с вами пообщался. Там воспоминания, это все очень приятно. Ну, молодые люди приятные. Почему? Разнообразие в жизни, в сельской жизни. Иван, помидоры здесь выращивают. Открывай. Неожиданность такая, что спасибо, кто это организовал. Иван, спасибо, что не отказался приехать. Или заставили, Иван? Я только за. В первую очередь, вы должны благодарить свою внучку, Валерию. Я ее отдельно поблагодарю. Стакан с меня, Лер. Бургундского.